Самый большой детский сад в городе увеличил количество мест. Дошкольное учреждение в Авдотино появилась 15-я по счету группа. В детский сад номер 11 теперь смогут прийти еще 20 ребят. Сегодня мы открываем еще одну группу в этом микрорайоне. Ну и самое главное, к концу года мы планируем уже выполнить основные строительные работы на большом детском садике, который здесь рядом строится. Я думаю, что это позволит действительно решить эту очень важную проблему для жителей данного микрорайона. Новая группа называется «Сказка». Чтобы расширить сад, ничего достраивать не пришлось. Отремонтировали и переоборудовали уже имеющиеся помещения. Стоило это более 3 миллионов рублей. Это помещение, которое на сегодняшний день переоборудовано под группу. В данное время мы находимся в игротеке, то есть она и оставалась игротекой. На сегодняшний день просто ей придали более такой, скажем, опрятный косметический ремонт. А рядом находится группа, новая группа для деток дошкольного возраста. Для гостей воспитанники приготовили целый спектакль о том, что таит в себе сказка и какие приключения ждут малышей в новой группе. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.